Проверка вне плана. Палаточный лагерь «Горизонт» проинспектировали противопожарная служба и комиссия по ЧС. Нарушений нет. На данных объектах более жестче требования пожарной безопасности предъявляются в связи с тем, что здесь находятся дети. Рекламный мусор, заборы и столбы – не место для объявлений. Нарушителям грозят серьезные штрафы. На каждую вывеску, на каждую рекламную конструкцию выдается разрешение. Покорители высот. В Демьяново открылся веревочный экстрим-парк. Первые посетители оценили новую зону. Я прохожу первый уровень, мне тут очень нравится. Даже есть такие препятствия, в которых нужно очень постараться, чтобы их пройти. Серебряные волонтеры. В городском округе начинает работу новое добровольческое движение.